Приветствую, ребят, и сегодня мы с вами посмотрим на Mortal Kombat 10. Обзор на нее я уже делал, но сегодня мы с вами пробежимся по некоторым режимам этой игры. А именно, крипт, один игрок, башни, одиночный бой, испытай свои удачи, тренировка. Давайте же мы приступим к тренировке, а именно обучение. Да, основы, попробуем мы с вами поиграть. Фух, слава богу. Короче, ребята, я нашел способ запускать Mortal Kombat на своем компьютере. То есть прям все режимы, чтобы прям все работало. И сегодня мы с вами поиграем в 1280 на 800 разрешений, потому что так у нас более-менее стабильный FPS. В моем стандартном разрешении 1440 на 900 у нас как-то, знаете, ну как-то хреново так все, как-то бегает, как-то, не знаю, фризит, короче. Вот, поэтому мы с вами только что прошли базовые приемы обучения. Так, быстрый удар рукой у нас на вот это. Да. Так, быстрый удар ногой на эту. На X у нас вот такой удар ногой. На вот это такой. Так, так, отлично. Тут у нас... О, блин, я вспомнил комбинацию. Так, ага. То есть тут вот так, да? Понял, сейчас, погодите. Оп. Вот так вот. Вот так, что ли? Ага, понял. А теперь вот так вот, как я только что сделал. Хорошо, хорошо. Так, ага, заблокировать. Ну, блок у нас вот так вот. Раз. Два. И три. Так, заблочили. А тут нам надо вот так вот блок держать в позиции сидя. Ну, FPS, ребят, скачет от 40 до 30. Так, маленькие подфризывания идут. В принципе, это логично. Так. Выполните три высокие атаки. То есть у нас... А это что ли не высокие атаки у нас? Ага, так, хорошо. Так. Раз. Оу, щит! Ладно, тут как в МК-9 они начинаются сначала. Это, конечно, плюс. То есть как в МК-9 там было как бы все сначала начинается. Если ты там что-то неправильно так сделал, то все. Говорится, сосай лолс. Все сначала началось. Так, атакую нижними атаками. Ага, это нам осталась последняя штука. Давай-ка, давай-ка, братюня. Так, вот так вот мы его зафигачили. Так, хорошо. Хорошо пошло. Это, ребята, вроде как ультра настройки у нас стоят. Кроме анизотропной фильтрации. Потому что почему-то через ту пробу, которая эмулирует два ядра компа, анизотропная фильтрация, ну, не хочет нормально работать. И приходится ее ставить на 2. То есть тупо виснет все. Вся игра. Из-за этого. Так. Но не будем о плохом. Так. Да ё-моё. Давайте еще раз. Так. Да что ж такое? Вот. Так. Угу. В принципе, понял. Вот так вот это делается. Ага. Так. Так, ага. То есть, получается, нам надо подпрыгнуть. Удар. Но почему-то он не прошел этот удар. Комбушечка у нас не прошла. Двухударная. Ага. Теперь у нас уже комбо на этих. Вот такие вот пошли. Хорошо. Так. Это у нас треугольники ножа случайно. То есть получается вот так. И вот так.
Вот так вот это делается. Так, а тут у нас так, треугольник, квадрат и кружок. То есть получается вот так. Да ё-моё. Ну давай. Вот. Фух, отлично. А, бросок назад. То есть вот так, что ли? Нет, это вперед был. А назад тогда как нам сделать? Немного не понял, друзья. Ну, в принципе, это и не важно. Откроем мы с вами меню обучения и посмотрим другие режимы. Потому что так офигенно. Тут у нас специальные приемы, все дела, бла-бла-бла. Это я все проходил. Давайте посмотрим на фаталити. Да. Посмотрим мы с вами на фаталити некоторых персонажей. А именно таких культовых, как, например, Скорпион и Саб-Зиро. И выберем замечательную арену «Мертвый лес». Прям из трейлера. Прям сейчас повторим трейлер. Да, прогрузился. Так, обучение фаталити. Отключить лимит времени. Давайте отключим. Мало ли что. Так, значит, у нас... Вот так вот это делается. Не слева, вправо и треугольничек. Охренеть. В принципе, ребята, даже на низком разрешении, такого как 1280 на 800, игра, в принципе, выглядит достаточно хорошо. Конечно, видно лесенки, вот, например, вон, видите, там текстурки видны кожи. Но это ладно, это херня все. Вон, кровь потекла, охренеть. Как же это круто выглядит. Так, а теперь посмотрим фаталити в исполнении Саб-Зиро. На этой же самой арене. Вот это же так охрененно. Так, ладненько, прогружается у нас гору. Так, угу. Ага, тут у нас уже другая. Вблизи, во-первых, и бронхит. Ага, отлично, первый раз. Охренеть. Охренеть, вот это жесть. Ну, в принципе, справедливо, да. Он со Скорпионом поступил. Так, кого же еще нам посмотреть? Культовые такие фаталити. Ну, Джонни Кейдж. Ну, не знаю, ну не хочу пока. Давайте посмотрим фаталити на Кунг Лао, который почему-то в этой части стал живой. Хотя после события 9-й части он как бы умер. Я не знаю почему, с чем это связано, но с чем-то это связано. И будем мы испытывать это фаталити на боги грома. Ведь это так охрененно. Да, и выберем любую карточку. Кстати, каждая арена по-своему себя ведет. То есть, половина лагают, половина не лагают. Кстати, смотрите, какая подсветка. Так, финиш хер. Так, ага, ага. Ей, я сделал фатальти. Пока, Рейден. Ё-моё. Фак. Жестоко, конечно. Жестоко. Ну ладно. И последняя фаталити на сегодня у нас будет за... Дайте угадаю, кого. Может быть, за Лю Кэнга? Нет, не за Лю Кэнга. За Эрон Блэка? Ну, давайте посмотрим за Эрон Блэка. В принципе, можно. Так, давайте-ка мы ему выбьем. Выбьем, блин. И выберем врага Мелину. И какую-нибудь такую, знаете, не прогружающуюся долгую карту. Выберем, например, ну, давайте вот это, предположим, бухта. Ну, в принципе, там FPS не очень-то сильно прыгает. Вот. Я повторюсь. Вот у нас вот на логотипчике Кана. Так, тут у нас уже пролетело. Ого, вот это у нас фаталити. То есть, получается... Ага, отлично. Значит, он у нас бомбу-липучку кидает в Мелину и стреляет. И получается такой некий песочный... Песочные часы, блин. Кстати, ребята, в числа так 5-го, в который, кстати, снимается этот видос, выходит новый персонаж для Mortal Kombat, и зовут его Джейсон... Так... Все, ребята,
Нет, в смысле, не все, что мы закончили, как бы, нет. Мы переходим к другим режимам. Испытай свою удачу. Так, будем играть мы, естественно, за моего любимого персонажа этой игры. Мать его. Да. И выберем мы самый простой, как лалки, все дела. Так, испытай свою удачу. Ну, давайте 7 модификаторов. Сейчас посмотрим, что у нас тут рандомно нам выберется. А, опять бухта. Бухта-барахты. Так. Отлично, ребята. Прогрузился у нас Джонни Кейдж. Противник у нас Кенши. Времени больше. А, рандомно супершкала отключена. А, дар брони. двойной урон. И огонь. Нихера себе. Торнадо и землетрясение. What the fuck? А как мы должны с этим драться? Ладно, попытаемся как-нибудь. Оу, щет, уже что-то есть такое. Ладно. Я пару комбинаций еще помню. Он ничего не успел сделать, потому что я уже... Он меня даже не тронул. Фига себе. Новичок, блин. А, ну вот, наконец-то он мне нанес. А, стоп, что это было? Почему у меня отнимаются жизни? Почему у него есть XL, а у меня его нет? Это мы никогда не узнаем, потому что... Это не важно! Такс. Вот так вот быстро это проходит, вот такой вот режим интересен. Давайте еще с новыми модификаторами попробуем. Может быть, нам там что-нибудь эпичненькое выпадет. Так, что у нас тут выпадет? Брейкеры отключены, торнадо, ближний бой, отрава, винегрет, головопад и какая-то там еще херня. Нифига себе. В смысле головопад? Ну, торнадо это я уже понял, что такое. Головопад что такое? Это арена вот эта вот, как бы заглюченная, заблоченная. Или что? Я пока еще не разобрался. А, вон что такое головопад. То есть поняли, да? То есть на него падают головы мертвых. Ну, круто сделано. Достаточно круто. Так, ну давайте на последний разок попробуем еще этот режим. Ну, то есть вот сейчас мы вот это вот еще замочим. И посмотрим еще идентификаторы. Какие там нам выпадут. Может быть, нам что-то там эпичное, там, я не знаю, бой без рук, бой без ног, головокружение, что-нибудь такое. Очень крутое выпадет. О, нам рентген дали. Мафака. Это же мой рентген, нет? Это же мой рентген. Но почему я не могу его использовать? Ладно, неважно. Естественно! Так. Извините, подболел. Так, попробуем еще разок этот режим. Нам должны выпасть уже другие модификаторы. Что ж нам выпадет? Двойной урон, супершкала, ледяное касание, мощные прыжки и броски выключены, мощные предметы. Ну, блин, что-то ничего необычного нам не упадает. Некоторые там упадают, я не знаю, оторванные конечности, что-то такое. Но что-то нифига. Это, ребята, хреново, конечно. Ну да ладно. В принципе, это файтинг. А что еще нужно для файтинга? Так. Попробуем еще разок. Ее побить. Так конкретно. Что-то у нас прям замедлилось все. Радикально. Так, давайте-ка. Отлично. Ну, нормально, в принципе, нормально. Так, хорошо, посмотрели мы с вами этот режим. Что у нас там еще из-за режимов осталось? Так, одиночный режим и башни. Ну, давайте попробуем сначала одиночный режим. Это вроде как обычный бой. Выбираем нашего персонажа, которого мы будем играть. Я выберу Лю Хэнга. Выберу ему костюмчик. Сейчас мы... Ага. Ну а почему у нас один всего костюмчик? Ну все, все, как бы. Я же. А ему тоже можно выбрать костюмчик, нет? То есть у нас почему-то всего два DLC для пока костюмчиков. Ну да ладно, это, в принципе, нам не очень-то и важно.
Тренировочный зал. Он у нас отлично идет так. Прогружаются, в принципе. Объекты, все такое. Вот, ребята. Ну что ж, давайте попробуем надрать задницу Рейдену. Потому что он нас в 9-й части подвел. И нет, он нас не предал. Он просто хотел спасти нас. Но почему-то Лю Кэнг не захотел этого и нарвался на Шаокана. И тем самым огреб люлей. Тем самым был убит. Я, честно говоря, не понимаю, почему эти самые персонажи живы в этой части. Как разработчики вообще с этим выкрутились. Но, наверное, пойму, как прочитаю все комиксы, которые выпускают еженедельно. Незарилл. Или как там, Warner Bros. Так. Так, мы его замочили, тип. Отлично. Блин, какие же красивые арены, ребята. Вот это красота, серьезно. Это у нас еще слабенькое разрешение. Вот если бы был вообще 4К какой-нибудь, там Full HD, был вообще прям вах, какая четкость. Ну, в принципе, это разрешение вполне такое играбельное для Ютуба прям в самый раз, я так думаю. Самый раз. Так, давайте-ка мы ему сделаем фаталити. Ведь вы так ж долго ждали этого момента, когда DMX наконец научится делать фаталити. А DMX так и не научился делать гребаные фаталити. О, щет. Я не понял. Да почему? А, вот. Все, отлично. Ох, нифига себе. Охренеть. Вот это жестокость, ребята. Вот это жестокость. Вот такой вот у нас, ребята, режим. Интересный достаточно. Это одиночный режим. У нас там осталось всего несколько режимов. Буквально штук так 4. Нет, даже 3. Это сюжет. Но сюжет мы с вами посмотрели в обзоре. Поэтому я не собираюсь его вам показывать. Что неохота мне. Башни испытаний, то есть у нас тут башни разделили на 3 аж этих. То есть испытания башен, это то есть онлайн. Живые башни, уникальные башни с предметами, то есть тоже онлайн. И традиционные башни, которые проходят как лейдер. Сейчас вы, собственно говоря, все увидите. У нас сделали, как бы, помните, была лестница такая, испытание типа, лестница. Вот тут как бы сделали в стиле неких башен. То есть, испытай свою удачу, вот тебе башня, испытай свою силу, вот тебе башня, бесконечная башня. То есть, победи столько противников подряд, сколько сможешь, пока ни разу не проиграл. И последний герой, продержись серию битвы с одной и той же шкалой здоровья. То есть, видите, да, такие вот у нас интересные испытания. Давайте с классики начнем. Выберем я, естественно, персонаж своего любимого Скорпиошу. Да, возьмем ему стиль... Люнзицу, не, Инферно давайте. Ну, естественно, простой, не хочу выеживаться. Вот, это собой представляет... Ё-моё, почему такая непрогруженная карта? О, господи. Ладно, попытались мы побить вместе с вами. Чем круче карта, тем больше тормозов. Вот что я понял, ребята. То есть, если в карте мало объектов, то, естественно, она меньше будет требовать ресурсов и меньше прогружаться, тормозить все дела. Вот. Такие вот дела. А чем больше, естественно, вот, предположим, у нас тут... Мало того, что слишком четкое такое отображение текстур, все такое, еще и льет дождь, что, естественно, поднагружает мою видеокарточку. Тут процентов так 20. Так вот, ребята, у кого слабые компы, то пишите, да, пишите комментарии, я вам оставлю ссылочку в своей группе ВКонтакте на запуск самого этого Mortal Kombat на двухъядерных компах.
Ну или даже на... Сколько у нас там? Ну, наверное, меньше двухъядерных уже не бывает. Вот, то есть игрушку можно запустить реально даже на таких слабых конфигурациях ПК, что просто... Куан Чи у нас следующий противник. Так, вот эта у нас аренка достаточно хороша. Бегает такая. Ну, три боя мы сделаем в этом режиме и перейдем к следующему. А именно, там у нас, ну, посмотрим, другие режимы. Это из этих самых башен. Вот такие вот дела. А может даже, ребят, давайте по одному, потому что так будет быстрее гораздо. Потому что, что-то, знаете, ну, не хочется мне очень много в этих режимах, как бы, показывать вам. Потому что, во-первых, это все видели, во-вторых, просто так. И в-третьих, смысл. Да, давайте мы его фаталити замутим. Все-таки Куан Чи, ему как бы положено фаталити жесткое. Фак. Ладно. Так, выбор башни. Что у нас тут? А, испытай свою удачу. То есть, испытай свою удачу. Это мы с вами посмотрели уже. А, испытай свою силу. Вот это мы с вами не посмотрели. Давайте мы выберем девчоночку. Кейси Кейдж. Там. Так, сосновые доски у нас первое испытание. То есть, нам надо, видимо, по-видимому, их сломать, да? Я правильно понял? Ну да, конечно, вот, пожалуйста. Ничего себе. Сосновые доски. Как их ломать-то? Вон как это сделали. В принципе, достаточно прикольно, прикольно, да. Ладно. резьба по грецкому ореху. Ничего себе. Давайте попытаемся. Так, тут у нас уже посложнее. Давай, давай, давай. О, красавчик. Красавица. Так, ну и напоследок. Третий, последний у нас. Тиковое бревно. Или тиковое бревно. Я не знаю. Скорее всего, тиковое. Так, тут у нас уже вообще прям... Вах, какая сложность. Оу, фак, вы это видели, да? То есть вот прям почти. О, скорпион нас забрал. Ясно. Давайте повторим попытку. Что-то у меня немножко так, ну, не получилось. Так, давайте-ка еще раз. Да куда ж ты жмешь-то? Хреново, хреново. О, господи. Так. Давай, 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 родная, давай, давай. Красава. Так, выбор башни испытаний. Что же у нас там еще осталось? Какие еще режимы? Это был вот этот вот. Испытай свою удачу. Так, бесконечная башня. Ну, то есть тут у нас столько противников, сколько сможем. Последний герой поддержите, сколько сможем, естественно. Так, ну... Пожалуй, пришло время, ребята, посмотреть нам на последнее, что есть в этой игре. Помимо сюжета и одиночной кампании. Нет, не фракции. Так как это пиратка. Крипт. Да. Но благодаря этой самой проги, которую я нашел чисто случайно, теперь это возможно. Мы можем посмотреть, побегать по крипту. Ведь раньше-то мы передвигались как камерой, а сейчас у нас прям как экшон какой-то, я не знаю, амнезия. Шучу. Вот, и пооткрывать разные сундучки. Ну, сейчас мы, естественно, откроем что-нибудь такое, недорогое. То есть у нас тут награда пропуска боя, предположим. Что у нас еще нужно? Давайте все 20 косарей потратим. Так, ага, во, бруталис нам открылась за рептилию. Хорошо. Ага, шинок фаталити. Супер. Монеты. Отлично. Так, что у нас тут еще не открыто? Ага. Эскиз шинок. Ну, блин. Так дорого и... Воу! Нихера себе.
Вы это видели? То есть могут это на нас нападать, мазафака. Мы куда-то спускаемся далеко в пещеру. Охренеть, там пауки. Ух ты, можно оглядывать с камерой. Нифига себе. Как круто-то, ребят. Так, бруталити Рейдена. Я так и знал, что тут что-то ценное есть. Так, у нас тут ничего пока нету. Денег у нас 6000. Сейчас, в принципе, можно... What the fuck? Нихера себе. Обрыгиньте это все в Oculus Rift смотреть. Же охренеть. Страшно. Похлеще вашего Outlast. Фак. Так, что у нас тут? Ну, эскиз храм Линквей, естественно. Так, тут у нас что-нибудь есть? Что это? Что это такое? Что это за... За хрень? Тут у нас что? О, фаталит Скорпиона. Отлично. Сейчас мы его, кстати, испытаем, ребята. Сейчас мы испытаем этот самый фаталити. У нас уже доступно, ребята, аж сразу 3 фаталити. Вы прикиньте. 3 гребаных фаталити. А еще имеется бруталити. 4 вида. И какое-то там упрощенное фаталити. То есть у нас по, у каждого героя по 3 фаталити. У некоторых открыто. А у некоторых вообще ничего не открыто. Вот, например, кто у нас тут? Кенши, одно фаталити всего. Вот так вот, ребята. Так что это круто. Достаточно, если вот это вот все открыть, это достаточно, блин, круто. Ага, денег у нас пока нету, да? То есть у нас ни на что теперь не хватит. Ну, давайте дальше, что ли, последуем. Давай. Давай. Отлично. Пускаем самое днище. Тут у нас, естественно, ничего нету. Воу! Да блин, да почему я опять не нажал? Опять меня паук затрахал. Не, ну реально, ну это так выглядело. Ага, то есть у нас тут уже личинки этих самых пауков, они уже очень здоровые. Королева Кайтинов Дивора. Чего? Ее изображение, что ли? А, ну естественно, да, у нас же Дивора типа такой паукообразный тип, вот поэтому у нас... А вот тут все с Диворой связано. Логично, логично. Так, а это что такое? Что-то надо сделать-то. Ждать что-то или что? Что это значит? Нам типа туда и пока нельзя? Видимо, нет, ребята, нам пока туда нельзя. Ну так ладно. А что я хотел сказать, ребята? Все эти режимы очень классные. То есть все, что вы с вами посмотрели только что, заняло у нас минут 30, если честно, даже может быть больше. Вот. Они все классны по-своему. И вообще, ребята, Mortal Kombat этот вышел прям, я не знаю, игрой года, серьезно. Вот если бы не оптимизация ее, был вообще прям классно. Кстати, это кто у нас? Это сейчас не Кунг Лао? Тяжко перенес встречу с Кунг Лао. Шляпа Кунг Лао, ничего себе. В инвентарь у нас наш. То есть у нас тут как бы собрали все, что было в раньших частях. Там, например, Армагеддон и прочие. Deadly Alliance, Deception, я помню, были. У нас со снолях старого пастген поколения. То есть самого такого пастген, который там PlayStation 2, там Xbox Origin какой-то там еще был. О, нам еще монетку дали. Вот, в общем-то, и все, ребят. Вот такая вот у нас имеется огромная карта этого самого крипта. Это достаточно круто. Что я хотел сказать. Если вам понравился этот видеоролик, то подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайк, спасибо группу. С вами был Димикс. Хейтеры твари. Естественно. Играть в хорошие игры. Всем удачи.